Доброе утро, дорогие друзья. Время 5:30 утра, и мы выезжаем в Ростов. Едем за новыми мозгами на нашем лютом Ниссане. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. Ну вот наша очередная остановка. Мы находимся в 3 часах от Ростова. Мы потихоньку двигаемся. Ну, идем километр 80, больше не едем. Вот. Трассу, в принципе, делают, трасса хорошая. Двигаться можно. Вот, бензина потратили немного, в принципе, рассчитывали на большее количество. Все шикарно, едем дальше. И 2000 лет война. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарства против морщин. Красная, красная кровь. Через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава. Через три она снова жива. И согрета лучами звезды по имени солнце. Ну вот мы приехали в сервис. Стоит куча четких тачек. Собра желтенький стоит. Жить мы где будем? Сейчас квартиру найдем на Авито. Долго, что ли? Умеючи. Ну, ты уверен в своих силах? Ой, конечно. Ну все, значит, я не переживаю. Квартир тут столько, как грязь. Все, хорошо, договорились. Тём, что ты скажешь? Вот тоже ищу квартиру. А, ты тоже квартиру ищешь? Да, но уже им накупить. А, риск очень заранее. Ну это нормальный уровень. Все, понятно. Что такое? Штаны упал, он на фотосвит упал. Ты чего опять меня снимаешь? Ты же сегодня звезда. Кого же, блядь? Люди, блядь. Ты осталось с ними, знаешь, мы как с ним. Это в YouTube не попадет, видимо? Попадет. Это вот кря-кря-кря, закрякано будет. Мы будем пикать. Это, конечно, не реклама, но солнце не обижается на светлячка. Это что получается у нас? За приезд. И за запуск Sky. За запуск Sky, да? Да. За приезд. А за Тему потом будем? Да, за Тему будем. Ладно. Мы уже драть, мы будем снимать его. Ладно. Это будет отдельная серия. Да. Все, я понял. О,
Мне аж принудил купить, могу его отдельно еще включить, наш принудительность еще. В случае чего. А по оборотам как лучше для него интереса будет?
По-разному, как ему лучше, классно будет, интересно. В смысле, как лучше? Ну, сколько мыслей хвосты? 900 тысяч? Тём, оставь пока. Никогда такого не было, и вот опять. Хотя нет, лучше с ШДК просто. Тюнинг на коленке. Не тюнинг, исправление. В общем, надо на этот датчик перенести ближе вот к мотору. Сейчас выдохну. Чек обозрелся. Чек? А не было? Получилось 1006, ближе к 7, и цепа начала пробуксовывать. Не выдержал.